региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля «Краун Плаза Уфа». Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Башкортостан сформирует бизнес-миссию для делового визита в Стамбул. Об этом сообщил Ради Хабиров на встрече с руководителями Союза машиностроителей Турции. Стороны обсудили перспективы взаимодействия и новые торговые механизмы. Союз машиностроителей объединяет сотни крупнейших компаний по производству, обслуживанию и ремонту техники и комплектующих, которые уже изъявили желание разместить новые производства на территории Башкортостана. Сейчас потенциальные инвесторы изучают возможность воспользоваться инструментами поддержки, предлагаемыми местными властями. Bu yaşanan gelişmeler ortaya çıkınca мы провели ряд консультаций с Министерством торговли, с Министерством промышленности Турецкой Республики, с администрацией президента и нашли поддержку у профильных министерств. В частности, это нашло отражение и в крупных газетах. И мы, как промышленники, как производственники турецкие, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы работать с Россией, торговать. И, конечно, считаем, что такая республика, как Башкортостан, является своего рода окном в российскую экономику. Сейчас товарооборот между Башкортостаном и Турцией достигает 208,5 миллионов долларов. Это в два раза больше, чем фиксировалось в 2020 году. На начало января этого года в республике работало 29 предприятий, созданных при участии турецкого капитала. Ради Хабиров отметил, что новые геополитические условия дают возможность наращивать эти цифры. Башкортостан традиционно работал всегда с бизнесом Турции. Даже вот сейчас крупнейшая турецкая компания «Лимак» принимает участие в строительстве очень большого объекта «Восточный туннель». Знаете, что у нас в республике работают крупнейшие предприятия ФС. Но, что интересно, мы всегда хотели наладить взаимодействие с машиностроительным блоком турецкого бизнеса. Предприятия, которые входят в Союз машиностроителей, у них есть опыт работы в Татарстане. Бизнесмены намерены расширить горизонт планирования и рассматривают для инвестиционных вложений другие регионы. До 26 марта будет утвержден региональный антикризисный план. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по предпринимательству республики Нияз Фазылов. План примет региональное министерство экономического развития совместно с Министерством финансов в рамках работы антикризисного штаба. Отмечается, что все льготные проекты кредитования и лизинга для предпринимателей сохранятся. Могу анонсировать, действительно, Государственный комитет Республики Башкортостан со своей стороны в части кредитования в Республике Башкортостан действует башкирская микрокредитная компания. Ставки для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства под кредиты остаются на уровне 8,5% годовых, это при наличии залогового обеспечения, и 12% годовых, это без залогов. Для социальных предприятий 10% годовых при отсутствии залога, 5% годовых. Максимальный срок 2 года, минимальная сумма 100 тысяч, максимальная сумма 5 миллионов. Напомню, что в России на данный момент уже действует 30 мер финансовой поддержки. В частности, накануне утвержден перечень пострадавших отраслей экономики. Представители МСП, входящие в этот список, могут воспользоваться кредитными каникулами на полгода без штрафов и изменений кредитного рейтинга. К 2024 году в Башкортостане появится завод по изготовлению витамина В2. Его производственные мощности составят 900 тонн в год. Запланированный объем инвестиций – 1 миллиард 400 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 27 новых рабочих мест. Об этом сообщили на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Алга». Инвестором выступает компания «Биорон». На предприятии будет производиться две марки – «Рибофлавина», кормовую для животноводства и птицеводства, а также фармацевтическую для изготовления биологически активных добавок, витаминных комплексов, пищевых красителей. По словам инвестора, проект полностью ориентирован на отечественные компоненты. Мы не привлекаем иностранное сырье. Это изначально была наша такая позиция для того, чтобы избежать вот этих рисков с поставкой сырья из-за границы. Поэтому вся технология основывается исключительно на отечественном сырье российского производства. Все сырьевые компоненты и основная бактериальная культура – это исключительно российские производители. Аналогов такого завода в России на сегодняшний день нет, поэтому проект, реализуемый в Башкортостане, подчеркивает инвестор, будет уникальным. Витамин В2 и весь рибофлавин на отечественном рынке сейчас импортные.
Режим ограничения авиаперелетов на юг России продлили до 1 апреля. Об этом сообщили в Росавиации. Временно отменены рейсы самолетов в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодарск, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные воды, Ставрополь, Москву. Напомню, ранее ограничения полетов на юг России действовали до 26 марта. Такая мера принята в связи с тем, что эта зона полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Власти решили отменить ограничения при въезде в Уфу больше грузов в весенние месяцы. Сезонный запрет сняли, исполнив таким образом постановление федерального правительства и рекомендацию антикризисного штаба по обеспечению устойчивости экономики. Столичная мэрия вводит ограничения для грузовиков ежегодно в период таяния снега, чтобы не портить дороги. Исключение составлял транспорт, который возил в город социально значимые товары, имеет специальное разрешение. В прошлом году подобный запрет действовал месяц, а в случае его нарушения карался штрафом в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги перечислялись на ремонт и эксплуатацию уфимских дорог. Более 65% экспорта Башкортостана в прошлом году заняли не сырьевые, не энергетические товары. Основными из них стали механические устройства, органические и химические удобрения, жиры и масла животного, а также растительного происхождения. 20% несырьевого экспорта республики приходились на страны Евросоюза и США. Об этом сообщила руководитель направления Центра стратегических разработок Ксения Банникова. Тем не менее, страны, наложившие санкции на Россию, не входят в основные направления несырьевого экспорта Башкортостана. Среди топовых – Китай, Казахстан и Турция. Стоит взглянуть на крупные проекты, которые либо запущены уже в регионе, либо вот-вот запустятся. Ну, например, в числе приоритетных инвестиционных проектов, в том числе проекты по расширению производства керамической плитки и керамогранита, по производству зеленых ПЭТ-гранул, по производству древесных плит, химическая продукция. По словам Ксении Банниковой, реализация этих проектов позволит расширить экспортные возможности Башкортостана. Если взглянуть на отгруженные товары, то основную долю в республике составляют обрабатывающие производства, которые занимают 62% всех отгрузок. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.